Так, кажется, все в порядке у нас наконец-то с трансляцией. Слава Богу, наконец-то с третьей попытки я смогла освоить все технические сложности. Значит, в этой трансляции объединились две неудачные. И я прям сразу начну с основного контента, чтобы, соответственно, при записи это все не затягивалось. Да, я, кстати, предупреждаю, что я выключу сейчас панель с чатом на какое-то время, потому что здесь идет видео, и оно немножко оттягивает интернет. И потом буду периодически смотреть, есть ли какие-то вопросы. А так просто вот расскажу то, что я хотела, собственно, с чем хотела поделиться. Так. Сейчас сделаем маленькую проверочку, последнюю техническую. По поводу того, да, все правильно. Все, значит, теперь тогда это мы закрываем. Значит, что я хотела рассказать про родословную книгу? Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что я не буду в этой трансляции вам продавать наши услуги по изготовлению родословных книг. Не буду также показывать примеры наших родословных книг, потому что я уже не раз говорила, что те книги, которые мы делаем, они рассчитаны под желание клиента. И если у клиента есть желание сделать золотые дубы, мы делаем с небольшой поправкой там, да, пытаемся как-то сделать покрасивее. Но в принципе мы все равно идем на поводу у вкусов, потому что ну, в общем-то, это дело самого человека, как он хочет оформить исследование. И, как правило, к этому моменту мы с ним уже давно знакомы, и ну, нам как бы хочется не навязывать ему свое, а мы уже сделали большую работу. Нас интересует там, в первую очередь, текст, но когда я показываю результат, естественно, видно оформление. Вообще, в принципе, чем родословная книга отличается от просто книги? Ну, я бы сказала в первую очередь, давайте так, давайте разберем отдельно текст и картинки. У нас есть варианты, когда мы делаем крестьянскую родословную, это чаще всего, тогда текст не очень персонифицирован, то есть там много краеведения, много общих сведений и не так много, то есть общих сведений я имею в виду не в целом о истории России, а о конкретном населенном пункте. Но о истории самой семьи сказать много довольно сложно, потому что ну, о крестьянах осталось не так много записей и значит, дело в том, что еще они вели очень коллективную жизнь, мало было индивидуализма у них, по сути, в натуре и в образе жизни, и, соответственно, все, что мы о них знаем, это то, что мы знаем в основном о селе, то есть какие там были промыслы, какой там был климат, какая земля, ну, соответственно, кому эта деревня принадлежала, в общем, какие были обычаи у помещиков и так далее. Вот. Поэтому в тексте крестьянской родословной книги вы встретите больше общих сведений. И если говорить о дворянской родословной книге, то, безусловно, текст будет довольно четко по конкретным персонам из этой семьи. И если вы знаете, то, в общем-то, дворянская родословная основная проблема вообще остановиться в поиске информации. Потому что очень часто бывает, что по конкретному человеку можно написать книгу. Если он был, например, ученым, да, и сделал какие-то открытия, вы можете отдельную книгу написать про персону, а вам нужно в целом о семье. Поэтому, естественно, текст будет ну, во многом персонифицирован. А изображение, как бы обычная родословная книга, она, как и любая книга, состоит из текста и иллюстраций. Это ее основной состав. Но есть некоторая изюминка, которая ее все-таки отличает от других книг. Об этом я чуть позже скажу. Вот, собственно, родословная книга по изображениям, пожалуй, то же самое можно сказать, что в крестьянской родословной это будут какие-то гравюры этого места, какие-то, может быть, фотографии за 20 век этого места, конечно, фотографии семьи за 20 век, фото документов, копии документов, но в основном изображения, если они будут, и там карты, например, они все опять-таки будут общие, да, и какие-то там иллюстрации в целом каких-то процессов исторических. А если говорить о дворянской родословной, то там мы можем встретить и письма, и портреты, и какие-то изображения предметов, оставшихся от предков, и, в общем, фотографии усадеб и так далее, и так далее. Вот. Но для того, чтобы родословная книга стала именно родословной книгой, а не книгой истории вашей семьи, вот здесь важное отличие, хотя я не знаю, кому интересны эти нюансы в терминах, но, в принципе, так подумаем, что если мы говорим о
родословной книги, то мы говорим о истории рода и о научном исследовании. А если мы говорим о истории книги по истории семьи, то там могут быть стихотворения ваши об этой семье, могут быть абсолютно любые слухи и легенды, которые вам слышали вы там от бабушек, прабабушек. И это все будет нормально, это имеет право на существование, это совершенно другой тип издания, и мы такие тоже делали, и они прекрасные, и, честно говоря, иногда мне кажется, что они во многом перевешивают, потому что там есть живые воспоминания и очень много эмоций, чего абсолютно точно не хватает во многих-многих родословных книгах. В идеале, если, конечно, все это переплетается, но, в общем, как правило, все-таки есть такой перекос либо в изучении больше старины, либо в изучении больше 20 века. Вот. Так, собственно, и родословную книгу отличает та самая изюминка в виде того, что там есть доказательства. Доказательства всех перечисленных фактов. И очень важно при этом, чтобы она была не сухой. Так, я прошу прощения, а то мне тут фигни пишут. Вот. Очень важно, чтобы она была не сухой, но факты там должны быть. И именно какие факты? В первую очередь там должно было быть родословная роспись и родословное древо в том или ином виде, в схема какая-то представленная. И это, кстати, не мои слова. Это встречается в литературе, не то немногочисленной литературе по теории генеалогии, которая у нас есть. Но это обязательно. Просто без вот такие вот моменты, да, в родословной книге, как обобщенные результаты исследований, плюс факты, на основе которых эти результаты делались, потому что, в принципе, в родословной книге мы так или иначе описываем процесс исследования. Это очень важно, это то, что делает эту книгу научной. И здесь еще тоже также можно сказать о том, что, в принципе, есть часть родословных книг, которые как бы становятся предметом интереса не только узкого круга лиц, потому что родословную книгу отличает узкая аудитория. Как правило, мы рассчитываем на одну семью. И даже, может быть, не на потомков, а конкретно часто на одного, максимум двух человек, которые будут это читать. И даже не всегда заказчики это читают. Непонятно, ну, скажем так, по такой причине, что, в общем-то, сейчас к этому я еще вернусь. Вот. Так, собственно, узкая аудитория, но бывает, что у родословной книги широкая аудитория. Если она выполнена по всем правилам, если ее составил генеалог, и он, допустим, он просто ученый, он может написать родословную книгу какого-то определенного рода дворянского чаще всего, потому что больше всего генеалогия у нас дворян исследована. Но, как правило, сейчас это все-таки уже генеалогия какого-то рода в каком-то приложении, в приложении к каким-то историческим событиям, какие-то дополнения. Ну, может быть, конечно, и, ну, в принципе, много генеалогов-любителей выпускают с целью сделать ученую книгу, да, научную книгу о своем роде, выпускают такую книгу родословную, которая очень сухая, очень скучная, никто не хочет ее читать. На мой взгляд, это, конечно, смешение такое двух задач в одной. Вот. То есть, все-таки, мне кажется, надо либо для себя писать родословную книгу для своей семьи, для себя вообще в первую очередь, либо все-таки уже делать ее для потомков, и тогда вписывать это, ну, расширять аудиторию, да, для ученого сообщества, расширять аудиторию, как-то что-то в нее еще включать, что будет интересно генеалогам-любителям, историкам, краеведам, в общем, вот. Да, значит, что я хотела сказать о том, что, ну, этот тип книг мы пока оставим, потому что, скажем, он не касается нашей с вами беседы, никто из нас не ученый, я больше практик, и хотя у меня есть научная деятельность, она отдельно от того, что, о чем мы сейчас с вами говорим. Значит, по поводу, что же я хотела сказать-то отдельно. Ну вот видите, как вредно отвлекаться и откладывать мысли. Я уже, по сути, забыла, что я хотела сказать по поводу родословной книги как с узкой аудиторией целевой. Ну вот, тараторила, и теперь я остановилась на этой мысли. Ладно, короче, не смогу я, наверное, сейчас вспомнить, хотя что-то интересное хотела сказать, ладно. Так, значит, в целом, что такое родословная книга сейчас? А, да, я вспомнила. Я хотела сказать, что часто родословную книгу пишут с определенной целью передать свои знания потомкам об истории семьи найденной.
И спрашивали, в том числе при там, прошлой неудачной трансляции меня, как вообще вот это сделать, что там лучше написать о том, что больше понравится потомкам, условно говоря. И я там очень подробно говорила, здесь скажу вкратце, потому что, в принципе, наверное, это не такая сложная мысль, о том, что нет какого-то условного потомка, как Пушкин, да, писал для потомков, не нужно ориентироваться на вот это вот непонятное размытое нечто. У вас есть конкретно либо аудитория детская, например, какая-то, там, не знаю, 17 лет или 4 года вашему ребенку, как вы вот хотите ему отдать эту информацию и сейчас, именно в текущем моменте, тогда нужно ориентироваться на то, что ему интересно. И подать это в той форме, в которой ему будет понятно. Если это совсем маленький ребенок, то ну, это, вероятнее всего, не книга. И, в общем-то, 17-летний тоже. И даже с некоторым, в общем-то, в некотором смысле 30-летний ребенок скорее там предпочтет 5-минутный ролик о истории вашей семьи, чем книгу. И это надо уважать. Это не потому, что они ленивые и не хотят читать, а потому что не в каждом роду там сразу так везет, что в двух поколениях там какие-то историки семьи рождаются. Чаще всего один человек увлечен историей семьи, второй человек, который также будет увлечен историей этой семьи, может родиться через одно, два, три поколения или не появиться вообще. И вот пока у человека такого человека нет, надо учитывать, что история и история семьи на втором, пятом, шестом, седьмом, там, 25-м местах интересов у людей. Поэтому ну, у них есть чем заняться. Если вы хотите, чтобы они получили вашу информацию, ваше, безусловно, ценное исследование, нужно все равно его подать красиво. Для них, что такое красиво, понять. Вот, поэтому... А если говорить в целом о потомках, то, ну, знаете, здесь, конечно, родословная книга выигрывает точно. Мне не сразу далась эта мысль, я все время думала о том, как бы, как в будущем, с учетом изменения, постоянного изменения технологий, лучше переносить на какие-то, может быть, новые ресурсы свое родословное древо, как бы вот его, знаете, чтобы появился Blu-ray, устарел Blu-ray, там дискеты появились, да, устарели, ну что теперь делать? Очень многие мормонские там начальственные генеалогии, они вот говорят, что хранят там технику с начала 90-х еще, чтобы вот иметь возможность открыть какие-то источники, найденные, скажем, у дальних родственников по генеалогии, и вот, собственно, их туда вставить, чтобы было куда, да, то есть дискеты, чтобы был для нее слот. Ну, это, конечно, немножко помогает, но в целом прогресс не остановить, все технические средства не скупить, и ситуация, когда у вашего потомка окажется какой-то непонятный там, флешка, да, и как бы в руке, а на самом деле все будет уже там облачное, не знаю, в чипах и прочее, он просто будет с этой флешкой носиться по рынкам старьевщиков, покупать компьютер, в который можно его воткнуть. Ну, зачем усложнять жизнь, да? Если такой предмет, как книга, который пережил уже тысячелетия, я думаю, переживет еще несколько тысячелетий, пока язык сохраняется, вы что, вы просто материальные объекты взяли, открыли, вот буковки напечатаны. Если все благополучно, тьфу-тьфу, там, да, ни войн, ни революции, то очень много документов все-таки сохраняется. Хотя в семьях, я имею в виду, понятно, что в архивах тоже там, да, как бы, ну... Всеми хорошо сохранять. В конце концов, напечатайте эту книгу там, в 15 экземпляров, раздайте по всем родственникам, рассуйте ее родственникам, рассуйте ее там по все сейфы, хранилища и прочее. И если кто смотрел «Друзей», как помните, Моника хотела хранить рецепт печенья, там, да, точнее, настаивала, чтобы Фиби хранила рецепт печенья в 15 километрах от оригинала. Ну вот, собственно, из этой серии. Вот, дальше, собственно, хочу напомнить, что есть аналоги родословной книги, к чему мы сейчас вернемся. Немножко я сейчас сделаю исторический отступ, сейчас проверю чат, и сделаю исторический небольшой обзор того, что такое родословная книга. А дальше перейдем, собственно, к аналогам, очень интересным новым аналогам родословной книги. Так, сейчас на секундочку я здесь отключу захват экрана и проверю, что у нас... Так.
Смотрим, 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 что есть у нас сообщение или нет. У нас три зрителя. Здравствуйте, три зрителя. Это очень приятно, когда есть зрители, потому что в предыдущих, конечно, трансляциях, где я... У меня там был вообще ужасный интернет. Ну, это, конечно, было, естественно... Тут и сейчас, по ходу задержки, да, у нас. Так, сообщений нет. Хорошо. Все, я тогда... Закрываю. Дай бог, чтобы это... Трансляция прошла более-менее нормально. По крайней мере, чтобы я могла видео оставить, потому что я уже удаляла все эти бесконечные записи, потому что ну, сплошные косяки какие-то технические. Так. Вот. А, да, значит, вернемся к экскурсу в историю. Но здесь я не буду очень долго занудно рассказывать. В общем, первая родословная книга появилась в 1555 году при Иване Грозном. Назывался она «Государев родословец», и за ним последовала «Бархатная книга». Через некоторое время была создана. Ни одна из этих книг не была закончена. То есть цель этих книг была закрепить, описать дворянские рода, княжеские, существовавшие в то время, подробно. И очень многие известные рода туда не вошли. Ну, соответственно, это лишняя отсылка к тому, что очень тяжело сделать полное издание по генеалогии, в принципе, потому что это все условно выполнимые задачи, только даже силами царскими. Да. Все это было очень тесно завязано с местничеством. А местничество – это определенная система, которая говорит о том, что есть, допустим, ну, во-первых, она завязана на том, что люди конкретно выполняют свои должностные обязанности, и они сидят за одним столом с царем, и они сидят в определенном порядке. То есть местничество в прямом смысле зависит от мест, поэтому проблем с местами, например, при крестном ходе даже было меньше, чем при, собственно, сидячей работе. И эти места были завязаны на тот период, когда род поступал на службу к московскому князю, вот возникала определенная там, последовательность прикрепления, скажем, к московскому двору, занятие там определенных должностей, и вот и была такая мысль, что это все должно сохраняться в определенном то таком положении веками. И для этого, соответственно, велись записи, в том числе, и получалась такая ситуация, что если род А был выше рода Б в целом, то, соответственно, служебное положение людей из рода А должно было быть выше. Но это имело значение при том, что должность какая-то освободилась, да, и вот нужно было ее занять. Но при этом... Если брать младших потомков рода А, который был в целом выше, и более старших потомков рода Б, который был в целом ниже, они примерно находились на одной лестнице. Возникали местнические споры, и не только в этой ситуации. Вообще, в принципе, в местничестве была целая ужасная, огромная терминология. Вот, и это вот довольно сложная система, в которой разбирались, собственно, те, кто тогда жил, потому что это была насущная необходимость. Но вот местнические споры разбирал царь. И когда ему это надоедало, или он предвидел, что будет много споров, он говорил без мест. То есть какая-то должность, какая-то должность была, занималась без мест. Почему еще все так рода волновались по поводу своих мест? Потому что это передавалось потомкам. То есть не было такого, что если твой род упал в цене, условно говоря, да, ну, как в достоинстве, то... Ты просто проиграл. Нет, проиграл, во-первых, твой род. А что значит, он проиграл в будущем твои потомки? Они уже будут сидеть дальше. То есть количество мест было ограничено. Если, допустим, род в 19 веке дворянский беднел, ему, конечно, было хуже. Но, по крайней мере, соответственно, здесь еще какая ситуация. Не было какого-то конкретного вот минусы в должности сразу для всех потомков. То есть это было в целом обеднение, там ну, могло быть, соответственно, потом повышение, но вот не такая острая ситуация, когда у вас 10 мест, и если кто-то выигрывает, значит, кто-то тут же сразу проигрывает. Поэтому еще очень важно не дать другому выиграть. Не только важно не обеднеть, но важно не дать другому разбогатеть. Вот, соответственно, потом... В 1682 году, то есть, значит, Государев родословец был создан в 1555, да, а спустя век при Федоре Алексеевиче местничество было отменено. И разрядный приказ, существовавший на тот момент, в нем хранились разрядные книги, он был расформирован, а разрядные книги были сожжены. И было потеряно для нас, таким образом, потеряны книги за... 16 век и за начало 17-го. И, собственно, может быть, их
А как бы записи регулярно велись с 1370-го. Ну, то есть, соответственно, мы себе представляем, что, в общем-то, практически все они были утеряны, можно сказать, очень многие. И именно почему? Потому что решили сжечь книги, чтобы не было возврата к этим старым спорам. На тот момент это, возможно, было эффективное менеджерское решение, но, как часто у нас бывает, одно из тех, что имеет ужасные последствия для истории. Очень, конечно, жалко, что так произошло. Вот, собственно, поэтому могли бы иметь спокойно за там еще покрытие по дворянским родам хотя бы за 15 век, там за конец 15-го, за 16-й. Но вот, а, конечно, с Европой это ну, не сравнить. У них там с 13 века есть по дворянским родам, записи довольно часто встречаются. Дальше. Переходим от истории, да, ну, как мы говорили о первой родословной книге, она, можно говорить еще о родословных книгах после Екатерины II, это те родословные книги, которые, собственно, мы часто обращаемся к ним в архивах, которые содержат более близкую к нам историю разных-разных дворянских родов, но это уже совсем будет историческая лекция, и, в общем-то, я думаю, если вы увлекаетесь генеалогией, вы так или иначе с ними сталкивались, это более понятный для нас источник. Но так, как мне хотелось вернуться к началу родословной книги и сравнить ее с современностью. И вот если сравнивать с современностью, то понятно, что она осталась, но цели ее абсолютно поменялись. То есть сейчас мы делаем родословную книгу, по сути, для себя, для того, чтобы еще раз переработать результаты исследования. В этом плане, на мой взгляд, даже не так важно, кто ее будет читать и как она будет оформлена, как то, что вы нашли время и силы ее написать, вот этот текст, подобрать картинки. Это как большой-большой такой камень, да, на вашем пути, вот, который вы оставили, вы всегда можете к нему вернуться. Вам не нужно будет разбегаться по 10 тысячам там записей и так далее. Вы можете всегда обратиться к этому структурированному источнику. Да, есть генеалогическая программа, где тоже есть определенные базы, вы тоже можете обратиться к ней там, да, и посмотреть истории по персонам, там, по семьям. Но иногда просто от обилия, а в генеалогии всегда обилие, даже по крестьянским родам, если вы долго исследуете древо, вам просто даже нужно не обязательно точечно посмотреть на конкретный факт, в чем генеалогическая программа прекрасно помогает. А именно оценить вот сам прогресс, сам процесс, прочитать, как у вас шло исследование, дневник исследования. Если вы пишете дневник исследования, в принципе, да, хорошо. Но опять же, он лежит где-то в отдельном файле, там другой род у вас в еще одном файле, но не очень удобно. В книге это все структурировано. И что немаловажно для себя, тоже довольно-таки красиво. Поэтому, мне кажется, приятно открыть иногда вот эту родословную книгу по своему исследованию и просто там перечитать главу, освежить в памяти и что-то, может быть, там дальше сделать по этому роду. Потому что никогда ничего в генеалогии не заканчивается. Так, я тараторю, потому что я хочу уложиться как-то, знаете, в компактное минут 40-50. Что касается новых аналогов? Ну, во-первых, конечно, сайт. В общем-то, наверное, такой самый лучший аналог сейчас родословной книги. И ролики, видеоролики. Для людей с более, не знаю, более такой свободной фантазией, я бы сказала, что еще хорошая идея – это какие-то именно пространственные решения в интерьере. Либо галерея предков с подписями, либо какой-то ну, плакат, стенд, да, с схемой, диаграммой, что-то вот такое визуальное, что можно повесить, поставить. Какие-то, может быть, если остались от предков какие-то объекты, их по-новому пересмотреть, может быть, фотообои сделать на стену, может быть, там, я не знаю, какие-то моменты, напоминалочки себе на стол на рабочий, что вот очень многие у нас там топ-менеджеры говорят о том, что им история семьи, разработка истории семьи помогла преодолеть какой-то кризис в работе, дала какие-то новые цели, новые опоры. И вот напоминалочка об этом, это может быть какое-то фото там, я не знаю, не обязательно в рамке, а там в какой-то пластиковый куб, да, с помещенным внутри объектом. Или бы тем же, как 3D-фото там, предка. В общем, совмещение новых технологий и старых воспоминаний, это просто вот, не знаю, я не знаю, это, наверное, не тренд, но это очень красиво. Вот, мы же сейчас будем говорить о той ссылке, которую нашла Настя, моя коллега. Вот, это, собственно, событие, которое еще не прошло, ну, на данный момент трансляции. Вот оно будет с 10 по 14 июня. Практически целый день диджитал-мастерская для старшеклассников. Я хочу сказать, что мне вообще непонятно, почему это только для старшеклассников, потому что, я не знаю, как им, наверное, ну, интересно это, но это многим очень интересно тоже. Вот.
Работа в группе продлится 5 дней, 35 часов очных занятий. Я не знаю, что это вообще, где это. Честно говоря, я даже еще не смотрела, где это. Вот здесь есть, видите, здесь есть даже описание. Вообще, я с удовольствием бы пошла на это, если бы у меня не было других занятий. В общем, это целый курс, который можно купить. Как всегда, Высшая школа экономики и открытый список. Место. Давайте посмотрим. Столярный переулок в Москве, значит, дом 3, да? Ну вот, соответственно, 13 500. Вот. Но я сейчас не об этом. Если хотите, вы можете, конечно, его посетить. А вот о этих шести примерах работ, уже выполненных, которые относятся к вот этому сегменту новые медиа. Но я бы назвала это попросту сайтом. Но не совсем попросту, потому что здесь еще очень классно не то чтобы дизайн, а именно подача истории семьи. Вот давайте конкретно посмотрим. Вот мы видим некоторый документ, нам всплывает текст. Еще фотография, текст. Вот, честно говоря, с учетом того, насколько это грамотно сделано, фотография, на которой не совсем понятно что, и маленький контрастный текст, который, в принципе, взял и легко прочитал. Всего-то один абзац, достаточно крупным шрифтом. Классно. Обращу ваше внимание, что вот здесь вот есть указание на то, с помощью чего это сделано. И здесь всего два таких источника. Но в основном все сделано вот именно на этом. Он, конечно, западный, но там и там есть тарифные планы, но бесплатный включает, собственно, все. Только вот здесь вот будет еще вот этот логотип. Ну, что, мне кажется, совершенно не должно никого останавливать. То есть можно бесплатно сделать себе что-то подобное. Ну, это первый пример. Вот второй пример. Очень классно, что 17-летний парень так тонко чувствует вот это вот популярные технологии, что он именно подал это все как история одной сильной женщины. По сути, он рассказывает про историю семьи через свою бабушку, если не ошибаюсь, прабабушку. Вот. Что мы здесь у нас есть, кстати, какая-то навигация, но, естественно, это не так интересно этим пользоваться. Есть возможность поделиться, ну, понятно. Ну, давайте посмотрим просто. Вот это вот самое классное, что мне здесь нравится, это вот возможность такой такого внедрения на фотографии о пояснении, причем не просто текстовых, но еще и с картинками. И вот в данном случае мы видим, по сути, генеалогическое древо в виде изображений, сделанное на основе одной фотографии. То есть мы видим конкретно женщину, одну конкретную женщину, и мы понимаем, что вот она в составе вот этой семьи. Но это, видимо, ее семья, это ее дети, ее муж. А у нее, конечно же, был отец, и вот у нее были сестры, и мы наводим на эту маленькую точку и видим подробности, что она в том числе является членом вот семьи, собственно, своего отца. Но это же генеалогическое древо и есть. Просто сейчас оно представлено нам с помощью двух фотографий. Вы никаким другим ресурсом, вот подумайте, где бы вы могли такое сделать? В генеалогической программе нет. В родословной книге вам бы пришлось закрыть, соответственно, вот пояснениями в точках половину, большую часть фотографий. Не смогли бы сделать. Рядом подписать некрасиво. А в генеалогической программе, я уже сказала, нет. Соответственно, на генеалогическом сайте, ну вот, собственно, это и есть генеалогический сайт, в моем представлении тоже вполне. Скажем, его такая лицевая презентабельная сторона. Так, ну вот мы видим, что здесь еще разбито в том числе и по годам. И, кстати, классно, что здесь есть некоторые такие вставки вот сразу. Это, кстати, вот это вот сразу второй ресурс, который тоже, видимо, сюда импортируется, но он вообще существует отдельно. Это стори-карты. И поскольку он плохо русифицирован, там есть возможность, он имеет открытый код, и, как всегда, здесь, как и в Грамс, там просто свобода творчества для программистов, но я, к сожалению, не программист. Вот. Будь программистом, кто-нибудь бы из вас, да, заинтересовавшись этим проектом, можно сделать более качественный перевод на русский. Вот. Смысл стори-карты в том, что вы видите сразу и перемещение по карте, и определенную историю. В картинках, в текстах. Потрясающе. Просто потрясающе. У меня вот просто глаза горят, когда я это вижу, потому что прям хочется с руками, с ногами оторвать и сделать всем такое древо.
Ну, здесь удачная компоновка тоже, да, но, в общем, по сути, мы это уже видели. То есть, в общем-то, здесь не так много приемов, но заметьте, как по-разному воспользовались этими возможностями студенты этого курса. И главное, вот это мне тоже очень нравится. Посмотрите, что происходит с военными документами. То есть обычно это такая скукотища, мы увидим на следующем, там, в одной и другой работе, что все-таки это скучновато, может быть, даже здесь реализовано. А здесь появляется постепенно, вот, к сожалению, это, по-моему, не повторяется, да, нельзя откатить, но здесь сначала появляется текст, вот, потом появляется медаль, и понятно, что мы в данной ситуации текст не прочитаем, но мы редко, когда будем его отдельно читать, даже если он прям вот отдельно там приведен, документ этот. Но вот сочетание медалей, там, описание подвига, это классно. Плюс мы видим рядом сразу фотографию, плюс мы имеем какое-то пояснение общее. Это вот для военных документов суперское просто представление. Ну, дальше вот фотография, которая аналогична практически той, которая есть у моей семьи, которую я использую в логотипе, в том числе. Красивая очень фотка. Вот, ну и заканчивается все прекрасными фотографиями. Вот. Пожалуй, это, наверное, самый сильный такой, по моему ощущению, пример. Но дальше мы довольно быстро их посмотрим, остальные, потому что они короче гораздо. А здесь мне не хватает титула, я уже говорила об этом, и все-таки мрачновато, фон мрачноват, и как-то фотографии тоже так поданы, в общем, не особо мне нравится. Хочется сразу увидеть лицо человека, непонятно почему затылок. Ну, я не буду критиковать, потому что девушке 16 лет, она, может быть, во многом стеснялась, плюс все-таки, понимаете, для нас это вот, как бы сейчас установка сделать что-то новое, что-то современное, что-то классное, а когда человек... здесь видео, кстати. Вот. А когда у человека это все в рамках какого-то курса, и он, может быть, там 16 лет занят другими вещами, он не всегда думает о том, чтобы использовать все возможности. И это, в принципе, понятно. Спасибо, что он сделал что-то, на что мы можем посмотреть и о чем поговорить. Вот как раз военные документы, как бы классно пояснение тоже дано, но там мне больше понравилось, как это реализовано. Здесь тоже есть пояснение. Не расшифровка, но, кстати, вот таким же образом можно делать и расшифровку документов. Вот, например, мы приводим метрику, вместо того, чтобы писать где-то там в бок, здесь можно написать текст расшифровки. То есть для каких-то более длинных и сложных проектов это может быть интересно такая. Ну, здесь, в принципе, тоже, да, медаль появляется, но все равно. Вот, здесь мы видим, видимо, это видео тоже. Не знаю, запустится оно сейчас или нет. У меня в прошлый раз не запускалось видео. Здесь девушка лицо. Но опять-таки, вот, коротенечко. Но интересно. Дальше, что нам осталось? Здесь вообще суперское дизайнерское решение. Это собственно, все, там больше ничего нет. Вот, вы видите. Но здесь есть некоторые пояснения. Здесь есть история чайника с золотом. Вот. Интересно подано через предмет, интересный какой-то дизайнерский объект, который, наверное, мог бы быть и все-таки это не Малевич, конечно. Ну, в общем, тем не менее, тоже как вариант, то есть какой-то единый, может быть, картина какая-то. И вот там, собственно, пояснение внутри запрятанное. Ну, в общем, много просто возможностей этого сервиса, которые мы уже видели, они здесь не использованы. А здесь классно, что здесь да, все дано по поводу одежды. То есть семья прапрапрадеда, а рассказано очень много про одежду. Я не знаю, в чем логика, как это связано с заголовком, но про одежду мне было интересно почитать. Да и фотка вообще суперская. Повезло кому-то иметь такую фотку. Вот. Ну и последнее, это, собственно, вот отдельно этот сервис Story Maps. Здесь мы видим очередную карту. Ну, немножко не хватает. Даже, кстати, не только перевода, еще не хватает и самой карты там, да. Еще не хватает возможности поправить шаблоны, потому что вот какие-то они здесь. Короче, хочется их немножко переделать. Вот. А вот так можно перейти на сайт и посмотреть, что это Story Map.
Ну, здесь, соответственно, тоже я смотрела, там можно использовать бесплатно. Можно улучшить. В общем, короче, такая подсказка, у кого есть ресурсы, может кому-то даже заказать. Ну, можете заказать нам, если вы нам заплатите, мы вам все сделаем под индивидуально, все это с удовольствием, с этим займемся. То есть я, конечно, планирую и один, и второй ресурс дальше в работе использовать, потому что это прям то, что я, о чем я постоянно говорю, и для чего мне не хватало иногда вот просто этих конкретных инструментов. И спасибо Насте, она нашла эту ссылку. Во-первых, это классные примеры, я могу наконец-то проиллюстрировать, что я имею в виду под реинкарнацией, ну, как старых способов оформления исследований с помощью новых технологий, но также еще это можно использовать в работе, и это можно дополнять, и я уверена, что через год уже у нас будет несколько таких проектов. Вот, собственно, все, что я хотела сказать. Сейчас проверю чат еще раз. Но я думаю, что если там подтормаживало видео, то там, наверное, опять никого нет. Это не туда я зашла. А, хотя нет, здесь чат тоже виден. Да, в чате у нас никого нет, потому что, видимо, задержки все-таки есть. Ну ладно. Все, тогда на этом, собственно, все. Пишите вопросы в комментариях, и я еще улучшу интернет, и, собственно, он будет абсолютно точно как в Москве, и следующая трансляция, я надеюсь, будет вообще, в принципе, без единой задержки. Всем пока!